Всем привет, друзья! Меня зовут Энвин, и сегодня я вам хочу рассказать о бюджетном конденсаторном микрофоне, который подойдет для стримера, для блогера, да вообще для каждого человека на этой земле. Приятного просмотра! Ну а перед началом этого видеоролика хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые комментировали предыдущий видеоролик. Спасибо вам, вы меня очень поддерживаете. Ну а если ты хочешь так же, то оставляй свой позитивный комментарий под этим видеороликом. Начну, пожалуй, с того, что микрофон очень красивый. В нем присутствует регулятор чувствительности микрофона, а на обратной стороне присутствует разъем для наушников. Также под регулятором чувствительности присутствует логотип Fifine. Микрофон стоит не на треноге, как это было в предыдущей модели K669. Он стоит, я даже не знаю, как это описать, на какой-то палке внизу, которая есть достаточно тяжелый блин, который, собственно говоря, и не дает микрофону упасть. Микрофон без ножки весит около 250 грамм, а с ножкой около 500. Микрофон пишет очень качественный звук. Вот тест. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Итого, что мы получаем за 3171 рубль? Конденсаторный микрофон, который пишет очень качественный звук, возможность регулировать чувствительность вашего микрофона, разъем для наушников, качественный провод длиной 1.5 метра, да и в целом машину для создания контента. Ну а на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поддержите меня лайком, подпишитесь на канал и пишите, какие видосы вы хотите увидеть следующими. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, всем счастья и добра.